Меня зовут Ирина Маркелова Агапова. Так, сейчас я настрою, чтобы вам было хорошо видно мой кабинет. Смотрим сегодня, чем я занимаюсь. Потому что очень-очень много скептиков, которые не верят, что я получаю переводы со всего мира. Привет-привет! Нас смотрит за 30 секунд 17 человек. Хотя время у меня уже 10 час. 21 человек уже смотрит. Как всем интересно посмотреть мои доходы? Скинь, пожалуйста, в чат. Да кому нахер мне? Так, и сегодня я буду вам рассказывать. Еще спасибо за ваши лайки и просьба поделиться трансляцией. Страница у меня продающая. Вот здесь вот у меня на аватарке написано, что я получаю переводы со всего мира. Кому не интересно, можете удалиться. Не хотите становиться миллионерами? Всего доброго. Я пишу каждый день истории, которые вы можете видеть у себя в новостях. У меня 8529 друзей и 1872 подписчика. Так, секундочку, я дверку закрою. В проекте я уже с 2013 года. Очень многие удивляются, как долго работает наш проект. Проект наш работает 6-й год. На моей странице вы можете увидеть вот такую вот презентацию, живую презентацию, как работает система всем миром, вы можете здесь посмотреть. Сегодня ко мне пришла девушка, я работала раньше парикмахером, и стригла вот эту вот девушку, Наталья. Она за мной в Одноклассниках наблюдала 2 года. За моими доходами, за моими новостями, смотрела мой канал на YouTube и, наконец-таки, сдалась. Я знала, что и знаю, что все рано или поздно будут в нашем проекте, в моей команде. Наталья работала в Перекрестке, и сколько она зарабатывала, если кому интересно, вы можете зайти и посмотреть вот это видео, как Наталья оставила наемную работу и пришла ко мне в команду. Сегодня вот у меня появился 4-й благотворитель, а Борис Маркелов, мой муж, уже на 3-м месте. И на 1-м месте тоже моя команда. Человек глухонемой, у него 13 благотворителей, работают со мной уже 3-й год. Это я вам показываю самые эффективные фандрайзеры топ-10, наши лидеры. Дальше. Вот мой личный кабинет. Заработала я за 3 года, даже уже 4-й год пошел, с 2013 года, 240 тысяч долларов, 776. Умножайте на доллар, сегодня у нас 59 рублей продажа. Вот. Вот и посчитайте. Полина, неинтересно знать, сколько вы зарабатываете. Вы думаете, люди здесь только за тем, чтобы узнать о количестве денег? Полина, у меня целевая аудитория, и у меня продающая страница. И я в интернете зарабатываю деньги. Я стала миллионером. Если вам не интересен этот проект, и вы не хотите разбогатеть, всего доброго. Вот. Что такое за проект? Я не вовремя. Василий Корнеев. Это проект всем миром, Whole World. Раньше он назывался Goldline International. Я когда вступила в него, он так и назывался. Дальше. Деньги поступают на единый кошелек. Wallet One. Вот вам мой единый кошелек. Вот. Смотрим мои доходы. Сегодня. Дальше. 10 долларов. 1 доллар человек получает, когда под ним активация кабинета его реферала, и идет бонус 1 доллар. Вот это переводы от людей со всего мира. Дальше 15 долларов.
Ну вот, 14 миллионов, как-то так. Три квартиры у меня уже куплено. Здесь я меняла, чтобы на рекламу отдать. $5, 5. Вот это вот номера телефонов. И если 12-значный номер, то это номера кошельков людей. 50 центов мы получаем, когда человек покупает лендинг-пейдж и оплачивает $5 за 1 месяц. Спонсор его получает при активном лендинг-пейдже 10%. Вот такие доходы мы получаем. Я снимаю каждый месяц свои доходы и выставляю у себя на странице во всех социальных сетях. Все идем работать в интернет, а в реальной жизни пусть другие работают. Ну, я тоже так считаю. Но не все будут в интернете, потому что кому-то же надо печь хлеб, учить наших детей, подметать в подъезде, в такси возить нас. Вот кто еще не верит, что в интернете можно вот такие деньги зарабатывать, я вам показываю сейчас свой единый кошелек. Если думаете, что можно здесь как-то нарисовать, покажите мне, как можно нарисовать. Вот в режиме реального времени показываю доходы. Ну, Полина, таких проектов пруд пруди. Шестой год работаем. Покажите мне хоть один проект, напишите, который работает шестой год официально и легально и платит налоги. Я еще посмотрю, платит ли проект налоги, которых пруд пруди. Напишите в комментариях, какой это проект. Я потеряла $1000 в лохотронах. И остановилась на одном проекте, который действительно уникальный. И аналогов нет. Только подделывают проекты под наш. Кто не верит, что я купила три квартиры? Вот мой канал. Выглядит он сейчас вот так. Может быть, в скором времени я поменяю здесь шапку. Подписчиков у меня на данный момент 2636 подписчиков. Это моя целевая аудитория. Подписчики не накручены. Где можно узнать, проект работает 6 лет? Да ищите в интернете. Goldline International наберите. Он раньше с 2011 по 2014 именно так назывался. Здесь вы увидите плейлисты, чем я занимаюсь. Кстати, кто не верил, что я купила третью квартиру, я снимала специально на своем канале, как я купила квартиру и делала в ней ремонт. А как же я назвала этот плейлист? Квартирный вопрос я назвала. Вот, квартирный вопрос. Когда я приобрела трехкомнатную квартиру и каждый день делала ремонт. Вот такая у меня сначала квартира была. И вот здесь каждый день моего ремонта. Ремонт шел уже месяц и 10 дней, где-то так. Ссылочки я не кидаю. Здравствуйте, Самат. Василий Корнеев, ссылки я никакие не кидаю. У меня в закрепленной записи есть моя уникальная ссылка. Заходите, проверяйте. Можете набирать налог.ру, как-то еще. Ищите в интернете. А те сайты типа вот и так далее, которые придумывают люди, которые ничего не добились в этой жизни. Там написано, что да, 95% это лохотрон. А люди, которые за мной наблюдают годами, они знают, что я в проекте уже четвертый год. И добилась вот таких результатов. Единый кошелек я вам показала. Свой кабинет я вам показала. Кому интересно, ссылка на проект вот здесь. Вот презентация, как работает система. Вот здесь вот ссылка. Пройдете и зарегистрируетесь. $5 активация кабинета. Не думаю, что это много.
Слушаю ваши вопросы, если таковые имеются. Очень многие у меня просят в долг, дайте 5 долларов, дайте 10 долларов и так далее. Денег я не даю и работаем только с активными. Евгений, мы никого не зазываем. Я веду прямые трансляции, меня знают очень много людей, я популяризирую свой бренд. Зачем мне людей зазывать? У меня есть методика приглашая, не приглашая. Давайте-ка мы наберем в поиске, как работает моя методика. Суть метода приглашая, не приглашая. Это подходит для любого проекта. Вы совершаете определенные действия в интернете. Какие действия, я вам говорить не буду, потому что эта методика стоит 2000 рублей с партнерской программой 25%. Так, набираем методика. Методика приглашая, не приглашая. Поиск. И сразу первое. Методика приглашая, не приглашая. Меня зовут Ирина Агапова-Маркелова. Сразу первая высвечивается ссылка на наш магазин. Если она в первых рядах, это о чем-то говорит. Полина, нет никакой методики. А вы докажите, что нет никакой методики. Вся моя команда уже 4 года работает и получает деньги. А вы говорите, что нет никакой методики. Вот по этой ссылочке, если вы перейдете, вот здесь, вот ссылка на наш магазин, то вы увидите магазин. Методика подходит для любого проекта. Пользуется ею я. Если я уже разбогатела, значит, эта методика работает. Там около 40 видеоуроков и несколько обучающих вебинаров. Если вы будете эту методику продавать, то вы будете получать 25% с продажи. Евгений, да, не все могут привлекать людей. Конечно, не получится. Если так будете думать, ну, конечно же, у вас ничего не получится. А я, когда пришла в проект, у меня даже мысли не было, получится у меня или нет. Вот ребенок, когда учится ходить, он разве думает о том, а вдруг у меня не получится? А вдруг я не смогу ходить? Он падает, он встает и идет дальше. И начинает ходить. А почему взрослые люди говорят, а вдруг не получится? Но кто не получится, тот обслуживает людей в перекрестке и подметает наши дворы и возит нас на такси. Ваша команда обычный хайп. Полина, не хотите ли вы пригласить нас в свой проект? Вы тролль. Обычный хайп, докажите. Просто докажите, приведите аргументы. Есть методика Ирины Агаповой. Кстати, я сейчас вам даже дам послушать отзывы. Почему ее знают во всем мире? Давайте посмотрим. Почему ее знают во всем мире? Сейчас мы послушаем отзывы людей о моей методике. Хотите сказать, что я всем денег заплатила, чтобы они сняли такие отзывы? Ну, давайте послушаем. Включаю вам звук. Меня зовут Ирина Агапова. Я участница. Счастлив, что... Моим наставником в этой программе, в этом проекте, является лидер нашей команды Ирина Агапова. И мне хотелось бы выразить благодарность Ирине. Как только я зашла, наш лидер и человек, который уже преуспел, который уже стал миллионером, зовут ее Ирина Агапова. И я еще даже не попросила помощи, я сразу получила информацию, которой я стала тихо, спокойно заниматься. Я хочу выразить свою благодарность лидеру проекта и моему наставнику Ирине Агаповой. Я вам хочу рассказать свой отзыв о моем лидере Ирине Агаповой. У нее очень хорошие уроки, приглашая, не приглашая. Также мне нравится здесь то, что тут сильные лидеры. И я сейчас в команде нахожусь очень сильного, серьезного, ответственного лидера. Это Ирина Агапова. Я не знаю, как так получилось, но
Я ее нашла чисто случайно в интернете на YouTube. Ну, как говорят, случайностей не бывает, мы притянули друг друга. Кстати, вот эта Наталья, которая говорит, чисто случайно увидела видео на YouTube. Знаете, какое видео она увидела? Как я с горки каталась. Я вообще не рассказывала о своем бизнесе. Я просто взяла ледянку и в свои 40 лет проехала зимой с горки. Она стала смотреть мои ролики, чем же я занимаюсь. Увидела, что я занимаюсь проектом «Всем миром» и зарегистрировалась, оказала помощь. Вот так люди привлекаются. То есть метод приглашай, не приглашай. Я не зову, а люди идут. Полина, почему вы до сих пор на моей трансляции? Кто вас сюда звал? Вот это тоже мой метод. Приглашай, не приглашай. Я вас не звала, а вы пришли. Смотрим дальше. Изучи все. Бабушки даже здесь. Агапова. Это наш спикер. Она все объяснила. Что и как. Я в команде Ирины Агаповой, которая всем новичкам представляет видеоуроки по работе в соцсетях, а также методику приглашения приглашения. Два месяца, как я являюсь участницей международного проекта «Всем миром». Я очень довольна, что я сделала правильный выбор в пользу своего информационного спонсора Ирины Агаповой. Ира очень сильный лидер, знает свое дело, свою работу. И ее команда, наша команда, самая дружная и мощная во всем интернете. И уволился с работы, с тяжелой физической работы. И теперь я работаю исключительно дома, за компьютером. Всем этим я обязан Ирине Агаповой, лидеру команды проекта «Всем миром». Ирина предоставила мне все свои видеоуроки, все наработки, метод приглашая-не приглашая, который работает безотказно на все 100%. Здравствуйте. Хочу выразить большую благодарность Ирине Агаповой. У нее классная команда. Я рада, что я в нее попала совершенно случайно. Это меня очень обрадовало, когда я узнала, сколько у нее в команде людей. Я хотел бы выразить свою благодарность своему партнеру, человеку, под кем включил в программу Hello World. Это такая замечательная программа и такой замечательный человек, именно Ирина Агапова, она, то есть, показала некоторые инструменты, с помощью которых легче работать. Хотел поблагодарить своего информационного спонсора Ирину Агапову за ее помощь, за ее видео, которое она присылает каждому своему участнику, за всю информацию, за всю помощь, которую она оказывает. В команде Ирины Агаповой. В проекте я не так давно, но уже есть результаты. Ирина, хочу сказать тебе большое спасибо за твою методику «Приглашай, не приглашая». Хотела выразить огромную благодарность нашему наставнику Ирине Агаповой, которая предоставляет нам... Но дальше показывать не буду. Нам уже нечего никому доказывать. Покажу я вам лучше свою почту. Как известно, что все оповещения приходят нам на почту, кто занимается сетевым бизнесом. Вот сегодня у нас 16:48. Сегодня мне пришел личный перевод. Это вот та самая Наташа, которая у меня стриглась. Стрижками я уже давно не занимаюсь. Покажу вам еще свои финансовые помощи. Вот, смотрите, сколько оповещений. Поздравляем, вам поступил перевод на сумму $10, $5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5 и так далее. Каждый день мне идут переводы. Да, опыт Ирины используют люди из разных проектов. Спасибо, Наталья, это действительно так. А те люди, кто нам завидуют, пишут обычно всякую каку и идут, работают в разных проектах. И ничего не добиваются. Бегают из проекта в проект, думают, что им там медом намазано и ничего делать не нужно. Так, присоединился. А я уже заканчивать собралась. В общем, буду я заканчивать.
Напишите, что вам еще рассказать. 18 человек нас смотрят. Будем заканчивать или что вам еще рассказать? Какие будут пожелания? Может быть, какие-то вопросы? У нас есть задание для команды. То есть в мою команду попадают не все те, кто зарабатывают. У нас есть определенные задания. Кто попал в нашу команду, тот обязательно будет снимать видео. Потому что абсолютно все успешные инфобизнесмены, которые уже много чего добились в своей жизни, ведут свой канал на YouTube. У них продающие страницы в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Перископе, в Телеграме и так далее. И они обязательно снимают видео. Для тех, кто не готов снимать видео, вы нам не подходите. Вы просто окажете помощь, скажете, я стесняюсь, я не буду снимать видео, я не буду проводить прямые трансляции, надо мной будут смеяться мои родственники и так далее. Чтобы переступить через это стеснение и страх, положите на пол веревку или какую-нибудь палку. И здесь, до этой палки, ваш страх. Просто переступите через нее, и все. То же самое, что когда вы сдаете, собираетесь сдать какой-то экзамен, вспомните, когда вы должны уже вот-вот зайти в дверь и сдать экзамен, у вас аж мандраж и мурашки по коже. А потом вы заходите сдавать экзамен, и все. И страх этот пропадает. У меня так было перед родами, когда перед кесаревым сечением я аж 21 день лежала в роддоме, я плакала от страха, то, что я боялась рожать. А потом вот, когда уже все это происходит, уже не так страшно. То есть снимать ролики не страшно. Включайте камеру, разговаривайте как с другом. Но зато все задания, когда вы выполните и будете развивать этот проект, результат не заставит себя долго ждать. Вот такие у нас задания. Написать текстовый отзыв. Все задания выполняем сначала мы с Борисом, а потом уже выполняет наша команда. То есть задания посильные. Снять ролик, какие мои цели на неделю, месяц, год. Приветствие незнакомому другу. Ведь вы наверняка знаете, это интернет просто кишит роликами, смс-ками. Здравствуйте! Рада видеть вас в друзьях! Не рассматриваете ли вы прибыльные предложения? А у меня есть вот такая для вас работа. Да надоели, никто на эти предложения не идет. Уже заспамили весь интернет, смотреть тошно. Не работает это. Поэтому мы снимаем. Приветствую незнакомому другу. Здравствуйте, меня зовут так-то, так-то. И то отправляем тем, кто просится в друзья. Что я не рассматриваю другие предложения. Мне и здесь хорошо кормят. И так далее. Вот, оформить свой канал на YouTube, шапка канала, кнопки в шапке, установить трейлер канала и так далее. Снять видео на тему «Денег в долг не даю», потому что очень много попрошаек. Создать публичную страницу, седьмое задание «Оживленную презентацию», снять смешной ролик «Как мы развиваем бизнес в интернете», снять ролик про квест. Закачать на смартфон ВК Лив и провести прямую трансляцию. Длительность 10-20 минут, можно больше. Вот такие вот несложные задания. Поэтому кто хочет стать миллионером, и я не шучу, можно стать миллионером. Добро пожаловать. $5 активация кабинета, $100 оказание помощи. Проект работает с 2011 года. Поэтому хотите, проверяйте легальность компании и так далее. Спасибо за ваши лайки и, пожалуйста, поделитесь вашей трансляцией, то есть моей трансляцией на своей странице. Я буду заканчивать. Всем пока-пока.